Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу. Садовая улица 37, Спасский переулок 13 и Синая площадь 1. Данные сайта City Walls. Архитекторы Беретти. Год постройки 1818-1820. Стиль классицизм. Гауптвахта на Синой площади. Так, 1818-1820. Архитектор Беретти. Викентий Иванович, архитектор, академик архитектуры и профессор Императорской академии художеств, главный архитектор университета Святого Владимира в Киеве, коллежки-советник. Монументальный павильон с четырехколонным портиком дорического ордера. Внешний вид здания сохранился. Портик был симметричен входу в церковь Спас на Сенной. Вход в церковь был украшен такими же колоннами. Дом 37 по Садовой – единственное сохранившееся здание, типичное для застав и караульных домов начала 19 века в городах России. Еще в 18 веке на Сенной площади была построена гауптвахта для размещения военного караула. Позже, в 1820-х годах, по проекту архитектора Беретти было построено новое, сохранившееся до наших дней здание. Здесь в марте 1874 года за нарушение цензурного устава, как редактора журнала «Гражданин», содержался под арестом господин Достоевский. Перед входом в здание в 18 веке и в первой половине 19-го устраивались публичные порки крепостных. В 1886 году в этом здании разместилась городская санитарная лаборатория, где проверялись продукты, привезенные на продажу. Перед Первой мировой здесь находился парфюмерно-аптекарский магазин французской фирмы «Дом Фрейер». Гауптвахта предназначалась для размещения военного караула. В 1990-е годы в здании располагался террариум ленинградского зоопарка. Затем в 2004 году там был пожар. В результате пожара в террариуме погибло около 150 присмыкающихся. Вот такие небольшие данные по дому на Садовой улице 37, Спасского переулок 13, Синая площадь 1, архитектора Беретти, гауптвахта. Данные сайта City Walls. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.